Всем привет! Мы с вами очень давно не виделись в кадре, и, честно говоря, я по вам очень-очень соскучилась. Надеюсь, где-то в глубине души, что вы по мне соскучились тоже. У нас с вами новая локация, как я и обещала. У нас с вами впереди новый сезон, лето закончилось, наступила осень. Я с удовольствием готова продолжить делиться с вами своими секретами ухода за кожей лица, за кожей тела и, конечно, своими секретами ухода за волосами. Оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди еще очень-очень много интересного. Итак, сегодняшнее видео мне бы хотелось посвятить моему уходу за кожей лица новой марки, которую я открыла для себя недавно, вернее, слышала я о ней давно, а смогла попробовать достаточно много продуктов этой марки только недавно, и, честно говоря, я осталась в восторге, о чем спешу с вами поделиться. Данная марка называется Skin Island. Skin Island – это в первую очередь исландская косметика, во вторую очередь это натуральная косметика. И что самое интересное, и то, что отличает марку Skin Island от других марок косметических по уходу за лицом, это то, что политика компании Skin Island заключается в том, что они предлагают продукты для кожи, которая находится в стрессе. Собственно, косметика марки Skin Island идеально подходит жительницам больших городов, мегаполисов, которые находятся в постоянной спешке, испытывают на себе все, собственно, минусы больших городов. Это и плохая погода, плохая экология, конечно же, это большое количество кондиционеров в офисах, это очень активное отопление в зимний период времени, это различные стрессы. Собственно, от всего этого наша кожа разбалансируется, и для того, чтобы нашу кожу контролировать в состоянии стресса и, собственно, выводить из состояния стресса, и была создана косметика Skin Island. Об этой марке впервые услышала я в блоге Елены Крыгиной. Она очень активно пела дифирамбы данной марки и рассказывала про свои любимые продукты в данной марке. Подобная похвала не могла меня не заинтересовать, не могла не пробудить во мне интерес. Желание попробовать данную марку у меня возникло. Честно говоря, в мои визиты в Москву у меня все как-то не складывалось возможность познакомиться с данной маркой, а на бьюти-дне с Еленой Крыгиной, который проходил 27 августа в Москве, я смогла уже более подробно познакомиться с маркой Skin Island, купить себе несколько продуктов данной марки. Я бы даже сказала, не столько продуктов, сколько набор. Я взяла набор и получила еще несколько продуктов в подарок на пробу. Данную марку я очень активно использовала в своей недавней поездке по Италии. Собственно, я все продукты взяла с собой в поездку для того, чтобы именно в поездке перейти на новые продукты, посмотреть, как моя кожа будет на них реагировать. Плюс замечательный также данного набора, который у меня был, что практически все позиции марки Skin Island, за исключением двух, были у меня в мини-формате, а не в полноразмерном, и, соответственно, поэтому мне было очень удобно их взять с собой в дорожную косметичку и пробовать их. Итак, начинаем рассматривать продукты марки Skin Island. Первый продукт от марки Skin Island, вот так вот пишется данная марка, является бесспорным бестселлером марки. Это полноразмерный продукт, который был в моем наборе. Это Nordic Skin Peel with Alpha Beta Complex. Это эксфолиант, это эксфолиирующие салфетки. Данная баночка, она объемом 90 мл и в ней 60 салфеточек. Она вот так вот открывается, скручивается. Дальше наши салфеточки закрыты таким вот защитным, как это не совсем пленочка, это такая крышечка. Тканево-бумажная, и, собственно, вот они внутри наши салфеточки, пропитанные специальным составом, и салфеточки имеют рифленую поверхность. Салфеточки достаточно тоненькие, маленькие. Сейчас я аккуратненько отсоединю. Вот, вот так вот у нас выглядит одна салфеточка. Это потрясающие салфетки, которые пропитаны составом, содержащим в себе альфа и бета кислоты, которые растворяют омертвевшие клеточки вашей кожи, удаляют загрязнения, удаляют излишки кожного сала, помогают сужать поры, помогают выравнивать рельеф вашей кожи. В инструкции к данным салфеткам написано, что их можно использовать от 3 до 5 раз в неделю, в зависимости от чувствительности вашей кожи. Я попробовала использовать данные салфетки каждый день, но для меня это действительно оказалось перебором. На данный момент я остановилась на режиме использования данных салфеток 1 раз в 2-3 дня. Подобный режим меня очень и очень устраивает. Моя кожа не пересушена, рельеф выравнивается, загрязнения исчезают,
поры сглаживаются, особенно в поездке, когда нет возможности полноценно очистить вашу кожу от загрязнений, данные салфетки могут быть очень и очень неплохи. Также их интересно использовать, допустим, когда вы вечером полноценно очищаете глубоко вашу кожу с помощью воды, а с утра я пробовала протирать свою кожу сначала данной салфеткой, потом своим любимым тоником и после этого уже наносить свой базовый увлажняющий крем, и тоже была очень-очень довольна результатом. И еще один бесспорный бестселлер от марки Skin Island, который также обожает Лена Кригина, это вот такие вот патчи. Патчи под глаза. Они называются Hydra Cool Firming Eye Gels. В этой упаковочке у нас одна пара патчей, то есть два патча. Патчи в данном случае стандартные, вот, собственно, на картинке мы видим, как они выглядят. Я, с вашего позволения, не буду открывать данную упаковочку, она у меня осталась одна, я ее с удовольствием сохраню до ближайшего авиаперелета. Вы открыли упаковочку, достали патчи, сняли с них защитную пленочку, и вот эти вот гелевые холодные патчи вы наклеиваете на зону под вашими глазками. И минимальное время действия для того, чтобы данные патчи сработали, это 10 минут. Я, честно говоря, когда у меня есть возможность, оставляю их и на полчаса, и на час, и даже на полтора, и наслаждаюсь результатом. Эти патчи помогают убрать припухлость под глазами, помогают осветлить темноту под нашими глазками и помогают подтягивать кожу наших глазок. Патчи прям замечательные, у них очень-очень хороший состав с различными экстрактами всяких разных исландских растений и травок. Как я уже сказала, патчи я очень люблю и с удовольствием их использую, как правило, в авиаперелетах. Я поднимаюсь на борт самолета и после взлета я одеваю подобные патчи и с ними лечу, и прилетаю я такая же свежая и отдохнувшая, как и, собственно, поднималась на борт самолета. Продолжая тему глазок, хочется рассказать еще об одном продукте от марки Skin Island. Это полноразмерный продукт, это вот такой вот малыш, не пугайтесь. Это продукт для глазок, а для глаз, как вы знаете, все продукты выпускаются в очень небольшом объеме. Это Icelandic Relief Eye Pen. Это крем, который ухаживает за нашими глазками в виде ручки. Объем его совсем маленький, здесь всего 4 грамма. Выглядит он вот так. Его безумно удобно брать с собой в поездке, брать с собой в сумочке. Он с вот таким вот носиком дозатором. Вот чтобы вам было видно. Вот здесь, собственно, сам крем. Внизу та часть ручки, которую мы крутим. И вот здесь вот у нас выдавливается крем. Сам носик, он такой достаточно мягкий и очень приятный. Я, в принципе, наношу данный крем на зоны вокруг глазок, прям непосредственно с этой ручки. То есть я делаю раз, два, три. И потом уже аккуратненько пальчиками, вот такими вот притамповывающими движениями, я данный крем распределяю по всей зоне вокруг глаз и помогаю ему еще лучше впитаться. Данный крем я использую на данный момент уже в течение месяца как мой базовый дневной увлажняющий крем. Крем, который я использую по вечерам, это другой крем, о нем я вам расскажу в одном из ближайших видео. А вот этот вот крем мне очень-очень нравится, он помогает увлажнять кожу вокруг моих глазок, ухаживать за ней, подтягивать ее и бороться с первыми морщинками, которые у меня, как у любой нормальной женщины, уже начинают появляться. Несмотря на то, что объем очень маленький, 4 миллиграмма, я, как уже сказала, данный крем использую в течение месяца, и он у меня до сих пор не закончился, это о чем-то говорит. То есть вот, несмотря на то, что ручка совсем маленькая, ее на очень долго хватает, и, как я уже сказала, собственно, вот волшебную бросил в сумочку или бросил в дорожную косметичку, и все, ваши проблемы решены. Продолжая тему патчей от марки Skin Island. Также у меня в наборе еще была вот такая вот маленькая упаковочка. Это Blemish Dots with Salicylic Acid. Это маленькие такие кружочки-наклеечки на прыщички с салициловой кислотой, которые подсушивают наши прыщички, которые помогают им заживляться. В данной упаковочке 12 штучек. Опять же, я, с вашего позволения, открывать данную упаковку не буду. Там, собственно, стандартная прозрачная бумага, на которой 12 маленьких кружочков. Совсем недавно, собственно, в своей последней коробочке,
Крыгина Beauty Box, Лена Крыгина рассказывала про вот эти вот самые Blemish Dots. Они у нее там как раз в этой коробочке были. И что меня приятно удивило, это то, что, оказывается, на них даже можно наносить макияж. Лена говорила о том, что данные наклеечки она периодически использует в моменты, когда у нее возникает герпес, соответственно, вот некие высыпания на верхней или на нижней губе, она периодически наклеивает вот данную наклеечку на зону герпеса и сверху очень-очень аккуратненько наносит макияж. В принципе, если вы наклеиваете данную наклейку на зону без мимической активности, собственно, это позволит при достаточно плотном тональном креме перекрыть вот эту вот наклеечку, и никто не догадается, что у вас есть наклейка, под ней есть прыщик, и вот данный момент, когда вы замечательно выглядите, вы еще и проводите медицинскую процедуру. Такая вот интересная штука. Я, честно говоря, ни разу не пробовала подобные наклейки наклеивать под макияж. Как правило, я их использую дома, когда я одна, когда меня никто не видит, и у меня вдруг там что-то вскочило, вот в эти моменты я беру подобную упаковочку, вскрываю ее, и вот на, собственно, каждый прыщик, на каждую проблемную зону, наклеиваю данную наклеечку и хожу с ней час, два, три, соответственно, в зависимости от того, сколько у меня времени есть. Еще один продукт от марки Skin Island, который мне очень и очень понравился, это вот такой вот Glacial Face Wash. Это полугель, полумусс для умывания лица. В данном случае у меня малыш. Это миниатюра в объеме 30 мл. Полноразмерный, я так понимаю, что он, наверное, в объеме 100-120 мл. И вот так вот выглядит сам гель. Он такой вот немножечко перламутровая субстанция, в принципе, с нейтральным запахом, которая очень и очень хорошо пенится. Вам надо совсем маленькую горошинку данного средства. Вы наносите ее на мокрые ладони, вспениваете и дальше уже наносите на лицо. Вот данное средство очень хорошо очищает кожу, не подсушивая, не раздражая. Прям отлично-отлично. После применения данного средства у меня возник прям вот ощущение, что моя кожа очищена, мне было очень-очень комфортно. Я с удовольствием пользуюсь данным средством. Я уже начинаю паниковать, потому что я понимаю, что данное средство у меня скоро закончится, и я определенно хочу полноразмерный аналог данного средства, потому что вот в данное умывание я, признаюсь честно, влюбилась. Также еще один очень интересный продукт от марки Skin Island, который у меня, опять же, в миниатюре, вот данная миниатюра 14 грамм, это крем Oxygen Infusion Night Cream. Это ночной крем от марки Skin Island, который очень классно в течение ночи восстанавливает вашу кожу, ухаживает на ней и насыщает ее кислородом. Когда я была на бьюти-дне Лины Кригны, то представитель марки Skin Island очень хвалила данный крем, она рассказывала о том, что при нанесении данного крема на лицо такое очень приятное ощущение легкого-легкого покалывания, как будто маленькие сферы вот взрываются на вашей коже. Это подтверждает работу данного крема. Данный крем проникает в глубокие слои вашей кожи, насыщает вашу кожу кислородом, и если вы используете его на ночь, а его и нужно использовать на ночь, то с утра вы встаете отдохнувшие, посвежевшие, и кожа ваша замечательно выглядит. Он не вызывает никакой закупорки пор ни в коем случае, текстура данного крема достаточно легкая, и я со своей жирной и комбинированной кожей не испытываю никаких проблем с данным кремом. Вот баночка стандартная, крем, как я уже сказала, он такой вот очень-очень легкий, он, я бы сказала, он такой полугелевый даже текстура, он не столько крем, сколько вот полугель либо флюид, и я с удовольствием использую его по вечерам, не каждую ночь, а чередую его с другим своим вечерним уходом периодически, и тоже очень данным средством довольна, и буду пытаться раздобыть полноразмерный продукт данного волшебного средства. И последний продукт от марки Skin Island, который мне удалось попробовать, который был в моем наборе, это вот такой вот The Antidote Cooling Daily Lotion. Вот такой вот малыш, объемом 15 мл, это дневной увлажняющий лосьон. Опять же, это у нас легкая гелевая консистенция, которая не закупоривает наши поры, не утяжеляет, не перегружает нашу кожу, а очень-очень нежненько ее увлажняет, ухаживает, не вызывая никаких проблем и воспалений, борется с первичными морщинками, балансирует нашу кожу, выводит ее из состояния стресса, и также данное средство работает на иммунитет нашей кожи и делает нашу кожу более стрессоустойчивой в условиях большого города и всех тех
бонусов, которые у нас в больших городах присутствуют. Итак, мое резюме по марке Skin Island. Я очень рада, что познакомилась с маркой Skin Island. Я, безусловно, в нее влюбилась. Я с удовольствием буду продолжать пользоваться данной маркой. Я смело могу вам сказать, что данная марка перешла в список моих любимых косметических марок. Теперь у меня появилась еще одна марка-любимчик. Теперь это у нас марка из Исландии, марка Skin Island. Замечательная, очень качественная, достаточно доступная по ценовой политике. И да, я в ближайшее время ряд продуктов обязательно приобрету в полноразмерном объеме и введу их в свой ежедневный уход за кожей лица. Спасибо большое, что остаетесь со мной. Спасибо большое, что подписываетесь на мой канал. Мне правда очень и очень приятно, что нас становится с каждым днем все больше и больше. Хочу еще раз поблагодарить всех тех, кто принимал участие в моих конкурсах. Поздравляю еще раз победителей. Извините, пожалуйста, те, кто не выиграл. Не расстраивайтесь. В преддверии Нового года я обязательно буду проводить еще один конкурс на своем YouTube-канале с замечательным бьюти-призом. Так что подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, если вы еще не являетесь моим подписчиком. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось данное видео. Пишите комментарии и вопросы, может быть, ваши пожелания внизу. И до скорых встреч. Пока-пока-пока.